Здорово, пацаны! Лопачки принес! Заждались мы вас, милый человек. Ну, наконец-то! И что это, простите, значит? Они сказали, что это такая обрешетка. Ничего себе, ее запечатали, ребята, ее же вообще не открыть. Значит так, груз внутри ценный. Надо вскрывать крайне осторожно. И быстро. Какие будут предложения? Берем каждый по отвертке и разбираем. Не-не-не, берем одну отвертку. И понеслась. Значит так, предлагаю взять инструмент посерьезней и раздолбать эту коробчонку. Не смей! Во-во, братан, убери ствол. Спокойно, я сам все сделаю. Works WX-254-4. Первая полностью автоматическая отвертка. Инструмент оснащен съемным картриджем с 6 битами внутри. Переключение между битами выполняется простым смещением слайда назад-вперед. Патрон – внутренний шестигранник на 6,35 мм с функцией автоматической блокировки шпинделя. Отвертка выдает крутящий момент 3 ньютона-метр и способна заворачивать шурупы диаметром до 5 мм. Инструмент односкоростной. Максимальные обороты 230 в минуту. Питание подается от встроенного 4-вольтового литий-ионного аккумулятора емкостью 1,5 ампер-часа. Электронная плата управления защищает аккумулятор от глубокого разряда и перегрева, чем значительно продлевает срок его службы. Заряжается отвертка от зарядного устройства, поставляемого в комплекте. Время до полного заряда составляет 5 часов. Также в наличии обязательные для любого качественного инструмента функции реверса и подсветки рабочей зоны. Отвертка компактная, весит всего 530 грамм. Благодаря обрезиненной рукоятке отлично лежит в руке и не займет много места ни в сумке, ни в походном рюкзаке. Гарантия на нее 3 года. Кстати, у нас же конкурс. Чтобы принять участие в розыгрыше этой универсальной отвертки от компании Works, вам необходимо подписаться на наш канал YouTube, поставить лайк этому видео и напишите в комментариях, что, по вашему мнению, лежит в этой коробке. Чтобы облегчить вам задачу, мы оставили в ролике 3 подсказки. В следующем выпуске распаковки мы разыграем эту отвертку среди всех, кто правильно назовет содержимое этой коробки. Спасибо вам за просмотр. Это была распаковка. Пока. Привет. Здорово. Я все пропустил? Ну да. Слушай, ну, может, мы успеем топор разыграть? А, ну по-братски, я просто пока добрался, пока из леса... Извините. Ну, я... Ну что ж, пришло время озвучить имя победителей в предыдущем конкурсе. Было задание рассказать свою историю о столкновении с дикой природой. Мы получили много интересных рассказов. Отдельное спасибо участникам под никами Артем Кириллов, Blood Rider, Рустам Айсин, Вредный Лисенок и Анастасия Сергеевна. А победителем сегодня становится Александр Алекс с историей про заглохший посреди саванны транспорт, ночевку в компании Прайда Львов и пришедшую на выручку службу спасения. Поздравляем! Контакты для получения приза указаны в описании ролика. Всем спасибо за участие в конкурсе. Пока!